Это полиция? Да, что случилось? Наши соседи уехали несколько дней назад в другой город. Они обещали, что вернутся через месяц. Однако у них кто-то ходит в доме. Да и окно разбито. Я сначала подумала, что это просто родственники приехали, но машины нет. Я боюсь, как бы их не ограбили. И сколько дней назад они уехали? Дней 5 вроде. Хорошо, говорите адрес. Пора задание. Жду тебя здесь. Я только что закончил, скоро приеду. Слушай, а мы вообще знаем, с чем имеем дело? О чем ты? Ну, сам знаешь, что у нас в городе происходит. Да и не только у нас. А, ты про это? Ну, не знаю, вряд ли. Черт, камера вырубилась. Слушай, ну даже если это и так, то мы можем дать отпор. Думаешь? Да, послушай, наша задача сейчас просто выполнять нашу работу. Поэтому давай просто побыстрее с этим закончим и поедем обратно. Нашел что-нибудь? Нет, пока ничего. Я могу прийти к тебе, если надо. Нет, не надо. Боб, я нашел что-то. Боб.